Приветствуем всех трейдеров на канале WinOption Crypto. Сегодня речь пойдет о популярном брокере бинарных опционов Quotex и новинках, которые удалось реализовать его амбициозной команде в 2023 году. В первую очередь отметим, что этот брокер по-прежнему использует широкую сеть доменных имен. Однако некоторые из них уже утратили свою актуальность, и трейдерам следует соблюдать особую осторожность, чтобы не попасть на сайты мошенников. Например, домен quotexbroker.com, ранее выступавший зеркалом официального сайта брокерской компании Quotex, на момент записи этого видеообзора уже не работал. Сменили своих владельцев домены quotex.eu, quotex.ltd, а соединение с сайтом quotex.market не защищено, и злоумышленники могут попытаться украсть вашу конфиденциальную информацию, например, пароли доступа или кредитные карты. Поэтому пользоваться им мы не рекомендуем из-за отсутствия криптографических протоколов, шифрующих передачу данных между сервером и браузером пользователя. Вместо этого следует переходить в маркет по ссылке прямо из торговой платформы брокера. В этом случае вы гарантированно попадете на официальный маркетплейс компании Quotex, избежав рисков посещения фишинговых сайтов мошенников. При этом основные домены брокера по-прежнему недоступны из России. Напомню, что блокировка сайтов брокера бинарных опционов Quotex была осуществлена Роскомнадзором по причине отсутствия лицензии Центробанка РФ на проведение брокерской деятельности и началась еще в апреле 2021 года, о чем мы подробно рассказывали в специальном выпуске, посвященном этой теме. Найти ролик Quotex заблокирован в России вы сможете на нашем канале по ссылке в описании под этим видео. Однако брокерская компания Quotex, желая легально вести бизнес на территории РФ, получила сертификат соответствия от некоммерческой организации Центр регулирования отношений на финансовых рынках. Его вы сейчас видите на экране. Если домен, по которому вы ранее заходили на сайт Quotex, перестал работать, вы можете всегда узнать об актуальных доменах этого брокера из статьи на нашем сайте под названием «Quotex заблокирован в России. Как войти в платформу». Ссылка на рабочий сайт брокера Quotex находится под кнопкой «Рабочий сайт Quotex». Если вы из России, заходите на сайт только через VPN. Например, через бесплатное расширение для браузера Google Chrome VPN Free Pro. Чтобы вам было проще оценить изменения, которые произошли в платформе за 2023 год, советуем посмотреть наш предыдущий видеообзор брокера Quotex за 2022 год. Найти это видео вы сможете на нашем YouTube-канале. Для анализа рынка брокер Quotex предлагает своим клиентам удобный веб-интерфейс со множеством графических инструментов и индикаторов. Теперь трейдерам не нужно использовать сторонние приложения для анализа рынка, очень многое уже реализовано в платформе брокера по умолчанию. Визуальное отображение графиков, помимо традиционных свечей и баров, представлено японскими хайки-наши, имеющими плавный вид за счет отображения не каждого ценового колебания, а диапазона ценовых движений. Помимо этого, динамику цен финансового инструмента можно отобразить в форме линейного биржевого графика, который в платформе Quotex называется «Зона». В качестве дополнительной подсказки в терминал встроен индикатор настроения рынка, который в процентном отношении показывает количество ордеров на покупку и продажу выбранного актива. Больше статистики по выбранному инструменту вы сможете получить, нажав на подсказке «Информация о паре». Здесь вы увидите доступный размер минимальной инвестиции, доходность на одноминутном интервале и интервалах от 5 минут и выше, а также доступные периоды экспирации, торговое расписание и статистику курсовых колебаний от 5 минут до года. Перейдем к настройкам внешнего вида платформы. Они просты и понятны даже новичку. В этом разделе можно выбирать язык, часовой пояс и цветовую тему, а также настроить прозрачность сетки, автопрокрутку, возможность открывать сделки в один клик без подтверждения, включать и отключать режимы оптимизированного отображения свечного и зонного графиков, внешний вид сделок, свечей и фона. Особое внимание компания Quotex уделяет поддержке и обучению начинающих трейдеров бинарных опционов. Для них в торговом терминале предусмотрен специальный раздел «Помощь», в который можно попасть по кнопке «Поддержка». Тут можно получить ответы на самые популярные вопросы новичков касательно работы терминала, личного кабинета, пополнения баланса и выплат, а также получить ответ напрямую от специалиста компании. Кроме того, в этом разделе есть учебные пособия по прохождению верификации и торговли. Советуем ознакомиться. Теперь давайте поговорим о достоинствах брокера Quotex. В первую очередь, конечно же, нужно отметить минимальную сумму начального депозита, всего $10 США, и возможность торговли на демо-счете без регистрации. Только эти два обстоятельства уже делают Quotex очень привлекательной платформой для начинающих трейдеров. Новичкам не потребуется проходить долгую процедуру регистрации и верификации только для того, чтобы изучить функционал платформы и попробовать свои силы на практике. Демо-счет доступен буквально в пару кликов. Это серьезное преимущество, если вы по каким-то своим личным соображениям пока не готовы предоставить брокеру свои персональные данные. Пользуясь случаем, напоминаем, что в торговле бинарными опционами нельзя полагаться на удачу, поэтому в своей торговле используйте только проверенные стратегии с вероятностью выигрыша не менее 70%.
Всегда следите за коэффициентом выплат по сделке, благо с этим у Quotex все в порядке, и по некоторым валютным парам он может предложить выплату 95% от первоначальной инвестиции. Если вы ошиблись в сделке, брокер Quotex позволяет исправить эту ситуацию, предоставляя возможность ее досрочного закрытия. В таком случае убыток будет зафиксирован не полностью, и вы потеряете лишь часть своих инвестиций в эту торговую операцию. Quotex очень дорожит своими клиентами, что хорошо видно по развитой системе поощрений и бонусов. Ознакомиться с перечнем действующих предложений можно на вкладке торгового терминала Market. Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются такие бонусы, как отмена сделки, кэшбэк и бонус на депозит. Полезность бонусных программ Quotex очевидна. Например, повысить надежность своей торговой системы трейдеры смогут за счет применения бонуса отмена VIX пунктов, при активации которого автоматически отменяется убыточная сделка с разницей в несколько пунктов. Величина пунктов определяется промокодом, по которому была активирована эта бонусная программа. Советуем воспользоваться промокодами, доступными на нашем сайте в статье «Промокоды для брокера Quotex». Еще один важный элемент торговой платформы, на который следует обязательно обратить внимание, это вкладка «Аналитика». По сути, от того, насколько грамотно вы сможете оценивать результаты своих сделок, в конечном счете и будет зависеть успех всей вашей торговли. И зная это, брокерская компания Quotex позаботилась о своих трейдерах, предоставив им полноценный инструмент статистического анализа результатов торгов. В нем вы сможете видеть не только динамику изменения баланса своего торгового счета по времени, но и статистическую сводку по сделкам в разных срезах, общее количество торговых операций, процент прибыльных сделок, размер средней прибыли, минимальную и максимальную величину инвестиций, максимальную прибыль по транзакции и другие не менее важные показатели. Также для анализа доступна информация по распределению прибыли убытков и сделок по инструментам. Последние могут отсеять те из них, по которым у вас не складывается торговля, с тем, чтобы вы могли сосредоточиться на активах с наилучшими результатами. Кроме того, слева можно увидеть круговую диаграмму со сводной статистикой Quotex по доходности валютных пар трейдеров компании. Обязательно присмотритесь к ней, возможно, один из этих инструментов сможет стать вашим фаворитом. Если на нем успешно зарабатывают другие, почему бы не попробовать вам? Выбрать инструмент для торговли можно, нажав на кнопку «плюс» в окне торгового терминала, после чего перед вами появится список, разделенный на 4 группы – валюты, криптовалюты, сырье и акции. Прежде чем приступать к торговле на реальном счете, советуем попрактиковаться на виртуальных деньгах, торгуя каждым классом активов, тем, чтобы разобраться в своих предпочтениях. Выбирайте тот инструмент, с которым вы хорошо знакомы, и понимайте основные драйверы, оказывающие влияние на изменение его котировок. Также советуем обратить внимание на активные часы торговли этого актива. Старайтесь совершать сделки в этот промежуток времени, по возможности избегая манипуляций с котировками со стороны крупных игроков. Теперь уделим внимание самому процессу совершения сделок и тому, какие возможности открывает перед трейдерами платформа брокера бинарных опционов Quotex. У каждого клиента свой инвестиционный горизонт, поэтому торговый терминал имеет широкие возможности по выбору периода экспирации купленных опционов Call и Put от 60 секунд до 4 часов. В качестве альтернативы можно указать конкретное время истечения опционного контракта. Размер инвестиций в одну сделку можно указать двумя способами – в долларах и процент депозита. Эту возможность наверняка оценят трейдеры, применяющие метод управления капиталом для разгона своего депозита. Хорошим дополнением к классическим сделкам на повышение и понижение выступает возможность выставлять в терминале Quotex отложенные ордера. Они бывают двух типов – по времени и цене. Наличие такого функционала существенно расширяет возможности трейдера и делает его торговлю более комфортной. Теперь нет необходимости находиться возле терминала целый день и постоянно следить за рынком. Достаточно установить отложенный ордер, указав его тип по цене или по времени, ввести сумму инвестиций в эту операцию и нажать выше или ниже. Для тех, кто только делает первые шаги на рынке бинарных опционов, компания Quotex транслирует собственные бесплатные торговые сигналы. Недостаток этих сигналов в том, что они генерируются по большому числу активов. Если вы выбрали для торговли, например, пару евро-доллар, вам, скорее всего, придется долго ждать появления следующего сигнала. В качестве альтернативы предлагаем воспользоваться бесплатным сигнальным сервисом от нашей компании WinOption Crypto. Подробную информацию о сервисе вы можете получить из статьи на нашем сайте, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Брокер бинарных опционов Quotex регулярно публикует рейтинг самых успешных трейдеров дня. С этим списком вы можете ознакомиться на вкладке «Топ». Тут перечислены все трейдеры брокера по размеру заработанной прибыли. Ваш рейтинг по прибыли также будет указан перед этим списком. Команда брокера Quotex идет в ногу со временем и следит за последними тенденциями рынка. Появление турниров – одно из них. Каждому трейдеру компании доступно сразу несколько турниров. Они отличаются суммой первоначального взноса, величиной призового фонда и продолжительностью. Таким образом, каждый сможет выбрать себе наиболее подходящий. Ознакомиться с условиями участия и призовыми можно на вкладке «Турниры». Пополнить счет можно, нажав по кнопке «Пополнить» или перейдя в соответствующий раздел из профиля.
Варианты оплаты претерпели некоторые изменения. Исчезли российские платежные системы Яндекс и Киви, а также Пиастрикс. Из электронных платежей остались FK Wallet и Perfect Money, банковские платежные карты и широкий список криптовалют, из которого тем не менее исчезли Monero и Coinbase. Зато размер минимального депозита, как и минимальный вывод, остались неизменными – $10. При пополнении счета можно получить бонус до 35% к своему депозиту и даже больше, если воспользоваться промокодами, которые вы можете взять с нашего сайта в статье «Промокоды для брокера Quotex». Ссылка на статью в описании к этому видео. Обращаем ваше внимание, что у бонусов есть условия для их получения. Узнать о них вы сможете из раздела «Правила и условия». Сменить валюту счета можно через верхнее меню платформы. Нажимаем кнопку «Поменять» и в появившемся окне выбираем новую валюту. Подтвердить. Для вывода денежных средств переходим на вкладку «Вывод». Обращаем ваше внимание, что с целью предотвращения отмывания денежных средств вывести заработанную прибыль можно только на ту платежную систему и кошелек, с которой пополнялся ваш торговый счет. Поэтому перед пополнением обязательно учтите этот момент, чтобы потом, когда понадобится вывести прибыль, не возникло с этим проблем. Отследить историю всех денежных операций можно на вкладке «Транзакции». Там же при возникновении непредвиденных обстоятельств можно отменить проведение финансовой операции. Более подробно с пополнением и выводом средств можно ознакомиться в статье «Как пополнить и вывести деньги с Quotex» на нашем сайте. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Перед выводом средств не забудьте верифицировать свой аккаунт, потому что не пройдя эту процедуру, брокер не выплатит прибыль. Для верификации своего аккаунта на вкладке «Профиль» необходимо заполнить все поля с личной актуальной информацией, так как именно эту информацию будет проверять брокер. Для идентификации личности загружаем паспорт или водительские права. Как только все проверки будут проведены, в профиле появится об этом соответствующая запись. Если вы запутались в процедуре верификации счета, советуем почитать статью на нашем сайте, которая так и называется «Верификация Quotex». Ссылка на нее в описании под этим видео. Теперь давайте поговорим о таком важном атрибуте современного мира, как мобильные приложения. Уже ни для кого не секрет, что торговля на финансовых рынках ведется далеко не только со стационарных компьютеров, но и мобильных устройств. И с каждым годом популярность мобильных приложений для торговли бинарными опционами только растет. У брокера Quotex тоже есть такое приложение на базе операционной системы Android, которое можно бесплатно скачать в Play Market. При скачивании дистрибутива программы обязательно обратите внимание на название разработчика. Им является компания Quotex Limited. Особенно подчеркнем, что скачать официальную мобильную версию торгового терминала можно только с Play Market. Скачивать из других источников категорически не советую. После установки приложения можно залогиниться в свой профиль аналогично обычному веб-браузерному приложению или зарегистрировать новый аккаунт. Сама работа с приложением не вызовет у вас никаких трудностей, так как ее интерфейс копирует веб-терминал брокера. Вам по-прежнему будут доступны выбор активов для торговли и способ отображения курсовых колебаний выбранного актива, добавление графических инструментов и индикаторов. Однако, несмотря на стабильную работу мобильного приложения, все финансовые операции, связанные с пополнением и выводом денежных средств, советуем выполнять в обычном веб-терминале, так как при работе с мобильной версией возможны задержки. Теперь, после детального обзора всех технических аспектов торговли через брокеры бинарных опционов Quotex, постараемся ответить на главный вопрос – можно ли ему доверять? В интернете в основном положительные отзывы о работе Quotex, что характеризует эту компанию как надежную площадку для заработка на бинарных опционах с возможностью достаточно быстро вывести законную прибыль. Брокера уже нельзя считать темной лошадкой, так как за ним репутация и продолжительный период достойной работы. Его платформа ничем не уступает лидерам рынка, а легкая процедура регистрации и быстрые выплаты ставят Quotex в один ряд с лидерами индустрии. Поэтому трейдерам стоит однозначно присмотреться к этой компании и как минимум добавить ее в свой личный список надежных брокеров. А что думаете вы? Поделитесь своим опытом торговли у этого брокера в комментариях под этим видео. Нам важно знать ваше мнение. Напоследок обращаюсь к тем, у кого мало опыта торговли. Если вы еще в начале своего трейдерского пути и не имеете собственной проверенной временем торговой стратегии, советую обратить внимание на список лучших стратегий для бинарных опционов на нашем сайте. Как видите, у нас их достаточно много, и вы наверняка подберете ту, с которой вам будет комфортно торговать, исходя из ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Многие стратегии, представленные на нашем сайте, строятся на индикаторах, установленных в платформу брокера Quotex по умолчанию, и вам не придется их искать в интернете или использовать торговые терминалы других брокерских компаний для анализа рынка. Ищите ссылку на раздел «Стратегии» в описании под этим видео. Если это видео было полезным для вас, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал и нажмите колокольчик для настройки уведомлений, чтобы не пропустить важные и интересные видео по теме торговли бинарными опционами. Желаем удачной торговли и попутного тренда!